стоять на месте, на месте стоять, иначе рискуешь ничего не понять. Стоять. Жил был на свете Антон Городецкий, бросила жена, он грустил не по-детски. Пришел к колдунье, а ну-ка наколдуй мне легко, мой хороший, только хлопнул ладоши, и жена вернется, от того отвернется, и маленькая жизнь внутри нее оборвется. Но вдруг налетели на ведьму тени, привидений говорят, не бывать преступлению. Ну что ты потупила взор? Сдавайся, ведьма! Ночной дозор. И треснул мир напополам, дымит разлом. Это предмет. И льется кровь, идет война, добра со злом. И меркнет свет в углах паук, придет узор. По темным улицам летит ночной дозор. Понял Антоха, что поступил плохо, и то, что развела его колдунья, как лоха. Но сила иного в Антоновом взоре, а значит, он будет работать в дозоре. Годы прошли, Городецкий не тужит, водочку глушит, с вампирами дружит. Начальник хороший, мудрейший гизер, был замминистром USSR. Но вот вызывают, нужно ехать скорее. Вампир-парикмахер с подружкой своею в логово к себе заманили подростка. Решили поужинать, подлые просто. Антоху успел, завязалась драка. С огромным трудом он зашупил вурдалака. Но ножницами был тяжело ранен в бою. При смерти был, можно сказать, на краю. Но добрый гизер его вылечил быстро. Еще бы, а вы кого не берут в замминистры? И треснул мир напополам, дымит разлом. И льется кровь, идет война, добра со злом. И меркнет свет в углах паук, придет узор. По темным улицам летит ночной дозор. Дальше беда за бедой, как по нотам. Ворона залетела в турбину самолета. На теплоцентрали чего-то взорвалось, а света виновна во всем оказалось. Но встретив красавца, Антона влюбилась, и разрушение остановилось. Но свой Завулон из дозора дневного сделал из сына Антона иного. И как с этим справится наш герой? Все на просмотр картины второй. И треснул мир напополам, кровь, идет война, добра со злом. И меркнет свет в углах паук, придет узор. По темным улицам летит ночной дозор. И треснул мир напополам, дымит разлом. И льется кровь.